Baidu будет тестировать технологию BlockCDN. Китайская блокчейн-компания BlockCDN работает над созданием краудсорсинговой распределенной сети и в дальнейшем будет предлагать конкурентоспособные цены контент-провайдерам, сообщает TheBlockchain.com. Пользователи смогут зарабатывать цифровые валюты BCDN на компьютере, мобильном телефоне или TV-приставке. ICO компании начнется 28 ноября и продлится до 26 декабря. Юку станет первой компанией, которая испытает технологию BlockCDN в новом году.